Ну, говори. Ну что, в общем, короче, не скоро мы увидимся. Почему? Короче, здесь все плохо. Здесь заставляю подписывать контракт. Кто-то подписывает, кто-то нет. И, в общем, по мобилизованным сказали не через полгода. То, может быть, через год отпустят. В отпуск, может быть, кого-нибудь. А так, короче, до конца военной операции. Ну, отпуск ты должен быть год. Нет, по мобилизованным нет. Контрактников, даже контрактников не хотят отпускать. Видишь, что Вова сказал? Вова сказал то, что хочет набрать большое количество, то есть увеличить армию численности. И вот сейчас вот это дело уже началось. Увеличивание армии. Не знаю, вот сегодня у нас парни приехали. Они вот как раз задали вопрос. Никто не желает контракт подписать. Я не знаю, у меня башка трещит вообще, просто ужас. От таких новостей просто, вот вообще просто башка разболелась, кошмар. Да, короче, уже больше рассчитывать нечего. Ну, хочешь, правду тебе скажу? Прям. В общем, один исход. Ну, как один, два. Есть два путя. Один путь — это в гробу. И второй — это... в конце вот этой всей войны, когда она закончится. Может быть, приду. Когда это все это дело закончится, не знаю. Вон сейчас парнишки говорят то, что февраля месяц будет, говорят, решающий будет месяц. Потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали. Хохлы подогнали везде технику. И то есть будет уже, пожалуй, наверное, решающий месяц. Либо всех мы победим, либо мы обосремся, и будет продолжение войны.